Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый воздушный десерт. Сделать его довольно легко и быстро, если не считать времени на застывание. Продукты самые простые и доступные. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Лепестки чая каркаде помещаем в подходящую емкость. Заливаем крутым кипятком и даем настояться 15-20 минут. Затем в другую емкость высыпаем сахар, желатин, процеживаем туда немного еще горячего чая. Хорошо размешиваем до растворения всех компонентов. Доливаем через сито оставшийся каркаде и снова перемешиваем. Дальше устанавливаем стаканы под нужным углом. Я для этого использую форму для запекания и силиконовый коврик для раскатки теста. Застилаем форму ковриком и выставляем стаканы под наклоном, уперев их дном друг в друга. Конструкция может быть любая, главное, чтобы стаканы стояли устойчиво. Теперь разливаем приготовленный каркаде по стаканам. Жидкость должна закрывать дно и не доходить до края примерно на сантиметр. После чего ставим желе в холодильник до полного застывания. Прошло примерно 1,5 часа. Желе хорошо застыло, будем делать второй слой. Разводим желатин горячей водой и даем ему остыть. В это время помещаем в миску сметану, добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем, пока масса не станет густой. Сахар при этом должен полностью раствориться. Продолжая взбивать, постепенно вводим остывший желатин. Недолго, полминуты будет достаточно. Теперь разливаем получившуюся смесь сверху на желе из каркаде. Белый слой должен полностью покрыть красный на несколько миллиметров. Дальше отправляем стаканы в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Вот и все. Вкусный и очень красивый десерт готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.